Привет всем, привет. Вчера ты ему рассказал, как ты хасанил на Тесле? Нет. У тебя права должны забрать за такое. Оксимирон вернулся. 10 лет за 10 секунд. У него были моральные проблемы из-за того, что ему леща отвесили. Тогда Жиган. Позорище на нем было, он не выпускал музыку из-за этого. Лёв, как же ты охуешь на Оксимирона? Спасибо. Просто пи***ц. Кто убил Марка? Кто такой Марк? Сука, лирический герой на его альбоме. Лёх, просто тогда ничего не говори, нахуй, если ты не знаешь ничего. Все, блядь. Оксимирон не для тебя, понял? Ты ебаное быдло. Куэрт его никто не писал, что он выходил? Так вот он. Так вот он, блядь. А, вот. Легенда. Сигу скинул. Тихо, тихо. Где машина, братан? За мной, за мной. Здорово, мужики. Только без меня не уезжайте, пожалуйста. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы я с вами был. Вчера я по рофлу, блядь. Анька начала выебываться на Влада. Влад с ней, типа, ну так по приколу, по рофлу. Не то, что там подрался, просто ее захватил и вот так вот начал делать по голове. И Анька что-то расплакалась. Черепанула. Ну ладно. У Аньки сейчас тяжелый период, но все хорошо. Анька квартиру сняла, блять, чуть ли не за 70 тысяч, нахуй. Когда у нее нет дохода. Охуенно! На самом деле, такую логику вообще не понимаю. Ты вообще книги читал? Что? Я читал Ницше. Изак Фреск. И трансформатор. Я нашел. Не-не-не, трансформатор не читал. Сзади тоже цыган сидит, блядь. Что ты делаешь, блядь? Ты долбоёб ебаный, нахуй, Лёша. Это не я нажал. Лёша. Да не Лёша, блядь, Саня. Ты придёшь. Ты СОС нажал? СОС позвонил, блядь, идиот. Нет, я в поддержку Мерседес позвонил. Билайн нам... Ну, как минимум, ну, вчетвером скинуться и открыть свое место. Лаунж, ПК-клуб, лаунж, кальянная с едой. Такое будет. А, че? Около кого? Нет. Будет, но у нас будет лучше. Ну, 100 миллионов всего, блин. Ну, по 25 скинемся, на елки-палки. Это что, деньги, что ли, для нас? Три месяца, блядь, поработать. Пусть Владик закинет тебе здесь, лямчик на троих. Показывает, что... Я не смогу лямчик на троих. Лёша, дёрни ручник. Вопрос, где здесь ручник, нахуй? Здесь нет ручника. А как он? Он цифровой? Электрический? Электрический. Вот так можно? Я посмотрел, как вчера покатался на Тесле. Я на вторую духовое время сидел, просто Тесла смотрел. Видосы про Теслу. Я влюбился в Теслу, пиздец, вот реально, как первый раз поездил. А если я на этом поезжу, который у Варпача, какой он купил? Блейд? Да. Я охуею. Он там просто тапочку в пол нажал, и она все сразу же мчит миллион километров в час. Ваши родители случайно не пираты? Не петарды? Не... А, блядь. Не надо. Я остановился на желтый свет светофора, Владик Куэртов. Ёб твою мать, нахуй. Там мужик веселится, улыбается. И не пираты. Вот хорошие, добрые люди. Было в деревне, и там раз в неделю приезжал автобус, магазин. Автобус с едой. Ты можешь там купить еду. Магазин на колесах. Нихуя себе. Ебаться. Ты так хотел? Я вам такой ролик придумал, просто... Для нас? Да. Там будет, мягко говоря, испытание. Мне нужен видеоролик, у меня, блядь, видосы выходят, блядь, как редко. Я не знаю, что... Вот я не знаю, с кем поговорить на этот счет. У меня нет ни одного знакомого ютубера, я не знаю, чем. Вот я не знаю, реально. Вот что мне делать с ютуб-каналом? Может, кто-то есть из... В смысле, нет у тебя знакомых ютуберов? Ну, только друзья. Я говорю, знакомых нет. Блядь, это... Ну, не знаю, как можно было хуже выйти из этой ситуации, блядь? Скажи, что снимать? Трусы. Бля, ёб твою мать. Потом удивляешься, откуда я понабрался это. Заставила, да. Ебаш в лыге в стиле Мартыненко, братан. Мартыненко, спасибо тебе большое. Шапик и Мартыненко, это пиздец. Я смотрел Пашу Бумочка, когда он только появился. Я помню первое приключение его Паши Бумочка в Севастополь, по-моему, они поехали. Подожди, Шапик? Шапик это что же? Это тоже сыграть. Да. Кто бегал по поезду? Бумочка. Паша Бумочек. Я про него. А Шапик это... Я сам этот видос собрал. А Мартыненко с этой пьяная была блогерша, как ее зовут? Милена Чижова? Да. Ты помнишь этот видос, где она
У него про метро. Да. Милена, это добро пожаловать. Короче, в метрополитен. Картинка из видоса, где она снимает пьяную чужого. И где она колесо делает. Да, я помню. Блять, ужас. Пиздец. Как хорошо, что эти блогеры пропали. Ну, в плане, типа... Нет! Как хорошо, что их нет на Ютубе уже. Ну, здесь они ничего не выпускают. Вот это хорошо, то, что у них контент, ну, просто пи***ц. Ну, в плане, типа... Ну, я имею в виду, хорошо, что они, ну, все уже не выстреливают. Ну, это пи***ц, а не контент какой-то, бля, гадинский. Нажмите насос, они все равно не ответят. У них карантин. Бля, чел, сыкуй, что не можешь сказать слово локдаун. Я говорю слово локдаун. У тебя 40 долларов за сутки доход? У него на Binance, а у меня 2500. 40 в день? Почему 2500? А сколько у тебя в крипте? 100 тысяч? Со 100 тысяч у него уже 40 долларов в день. Ты чувствуешь, когда Саня везде заложился, везде открыл бизнес свой? Леха. Леша, смотри. Надо 2500 долларов за сутки, блядь. Ты чё, у меня месяц только стоит. Какую крипту покупать? Ну, я не знаю, просто можно ли, типа, на стриме, потому что даже как финансово это... Ты поверь, если... Рухнет, блядь. Там Олег кофе не хуёво вложился, блядь, в крипту. Сначала, типа, это было развлечение, а потом он как сказал, как вложил, блядь. Чё, типа, 1200? Ну, типа, да. Долларов. Смотри, вот ты куда вкладываешься, Люх? Брокерский счет? Да, к тебе спаешь? Бля! Сколько тебе лет? Все, надо вылазить отсюда, нахуй. Бля, какие же четверочки охуенные зорики, блядские, блядь. Какие же они кайфушные. Урил лайф. Привет, ребята. Сейчас дома в легенды будем. Курить, коллег. Ура! Ура, ура, ура! Надо Аньке написать. Ебать, кайфовый райончик. Не этот дом? Ёб твою мать! Я очень замерз. Еще у меня прическа как у папы стала. Ребят, мы сейчас будем в лифте, в здании, и там, скорее всего, не будет ловить интернет. Ну, 100%. Стрим упадет на 1.5-2 минуты. У нас там будет сейчас суета дома, мы сейчас появимся. Ты как в этой кепке, понял? Ты как батя, который... Ой, на хороса, б***ц. Понял, такая квадратная, сейчас она прижалась у тебя. Чисто потек. Погреться зашли, да? Делаем вид, что мы здесь живем. Что мы богатые, типа... Тут хаты, типа, там, по 140, по 150 тысяч в месяц. Дорогущая хуйня. Но они прикольные. Если бы у меня было больше денег, я бы снял здесь. Поехали? Все, падает интернет, сорян. Кто не хочет? Алло, вы тут? Почему не восстанавливается? Алло, 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 алло. Плохо работает интернет или хорошо? Лагает? Сейчас, ребят, сейчас сделаем Wi-Fi, погодите секундочку. Лагает? Мы с Wi-Fi, алло. Wi-Fi не должно лагать. Где я к тебе Пуханскому? Водой помыть? Да. Это называется не помыть. Иди мощь в кресло помыть. Я тебя кормлю, нет? Я забочусь о тебе. С глистами кайфово жить. Нахуй.